1 и 2 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» прошел второй этап баскетбольного чемпионата Смоленской области между учениками 4 школ. На этом этапе определят команду, которая представит Десногорск в полуфинале. Соревнования мне понравились, очень хорошо организовано. Я хочу, чтобы в нашем городе было побольше подобных мероприятий. Это развивает тебя со всех сторон, ты можешь попробовать себя в чем-то новом. И на баскетбол это очень интересная штука. Баскетбол – это командная игра, команда как-то сближается, все девчонки, мальчики становятся очень дружными, помогают друг другу, переживают друг за друга очень сильно. И, ну, это большая поддержка для нас. Игры проходили динамично и напряженно. Каждой команде хотелось выиграть и представить город на чемпионате. В итоге места распределились следующим образом. Первое место заняла команда 4-й школы, на втором месте ученики 3-й школы, на третьем месте команда 2-й школы.